должен был улететь сегодня утром и не смог. Когда вы сокрушаетесь об отмененном отпуске в Париже из-за санкций, мы не можем вернуться домой, потому что он разрушен. Когда вы обедаете в ресторанах, мы прячемся в бомбоубежищах и едим сухпайки. Когда ваши дети идут в школу, в наши школы стреляют ваши войска. Когда вы слушаете музыку ВКонтакте вместо Spotify, мы не можем уснуть под гул сирен. Хоть мы и разные, цель у нас одна – мир. Остановить это безумие – это не ваша война. Не молчите.